Jestli souhlasíte s tím, že i dál výsledky budou 1:0, což znamená, že budete vyhrávat, ale s tím minimálním výhrou. Надежная игра в обороне, это в первую очередь всей команды. В официальных играх чемпионате выиграли по 1:0, но там хватило этого для победы. Но, говорится, завтра только первая игра. И как она закончится, я вам не могу сказать. Důležité je vždycky spolehlivá obrana. Nejdřív to stačilo 1:0, ale teď nevíme, protože zítra bude jenom první zápas a jak to dopadne, taky nevíme. Tak nic vám k tomu nemůžu říct. Dobrý večer, Martin Kubíčík, O2 TV Sport, trenére. V těch posledních letech tak na mezinárodní úrovni nejviditelnějším hráčem nebo týmem ukrajinským je Šachtar Doněck. Tak jak moc je důležité pro Dynamo, řekněme, ho sesadit z této pozice a být tou velkou ukrajinskou silou v Evropě? Останнім часом на міжнародній арені з України найбільш виразним є Шахтар. Наскільки для Динамо важливо Шахтар посунути з цих позицій на міжнародній арені? У наших Шахтёров это не украинская команда, больше бразильская. Я себе мислю, что теперь Шахтар не украинский тим, а спеш бразильский. Посмотрите статистику, кто у них мячи забивает, да, так что там понятно. В основном это делают бразильцы. Вот. А то, что, наверное, каждая команда ставит задачу для клубного, для клуба, да, особенно с таким именем, как Динамо Киев, участие в Лиге Чемпионов, это престиж, в первую очередь, клуба и страны. Так что мы хотим туда попасть, но я думаю, что Славия тоже такой задачи ставит. Podívejte se, kdo tam střelí ty góly, to jsou většinou Brazilci, ale důležité je pro každý tým ten jejich osobní úkol a pro nás to je Liga mistrů, ale já si myslím, že pro Slavii taky, takže budeme snažit. Юрий Сейфарти. Саньковіч, 20 лет назад ви пропустили матч в Праге, ответив на провокацию соперника в Киеве, но вот я не ошибаюсь. Обсуждаете ли вы с подопечным момент провокации и так далее? Otázka je, že před 20 lety jste osobně vynechal zápas v Praze kvůli tomu, že jste podstoupil provokace. Řešíte se svým týmem otázku provokaci nebo ne? No, já znám, jestli teda nebylo tu provokaci, došli by mu potom do finále Ligy čempionů. Pošlo na pользу. Хотя даже тогда, понятно, да, тот момент, я подвел команду, но самое главное, что команда здесь в Праге добилась результата. Вот. Сейчас я не могу пропустить эту игру, да, я буду присутствовать. Вот. А то, что касается провокации, не провокации, всегда футбол контактный вид спорта. И сейчас достаточно, говорится, больше внимания со стороны судей и помощник, который четвертый очень помогает главному судье, так что здесь, говорится, надо вести борьбу, но вести борьбу чисто. Я не знаю, если бы мы достали до семифинала Лиги мистру, если бы не подступил эти провокации перед 20 лети, але завтра не буду этот запас ненавштивить, určitě там буду. Určitě решим и эти провокации, потому что футбол є спорт, в котором вы контактуете с людьми, але теперь є велице důležité důležité роли тих розводчих, а главное того четвертого розводчого, так я си мислю, что все будет в порядке. Прошу, Андрій Шахов, це буде заключне запитання. Тренування через... Ну, короткий. Вопрос первый. Какое время вы вообще ждете завтра от Славии? И вопрос второй. В интернете пошел слух о том, что Динамо Сутрягу подписал. Можете прокомментировать? Otázka je, na jakou hru čekáte zítra a druhá otázka je, že na internetu je taková informace, že jste se dohodli už nějak, můžete to nějak komentovat? No, komuta Slavia, ne tolik silový futbol, zpověduje, je i kreativní futbolisty, takže vše závisí od situace, kde jde hra i na jakém částku pole. У нас есть план на игру, но
Это мы завтра уже футболистам более подробно расскажем, как мы будем действовать в первую очередь. Мы отталкиваемся от своих. То, что касается Супряги, ну, вы сами сказали, это слух, да? За время дороги у меня такой информации нет. Takže víme, že Slavě máme jenom sílu, ale je to akční tým, ale máme proti tomu svůj určitý plán, který sdílíme se sportsmeny zítra, ale myslím si, že budeme nejdřív spolehat na svůj tým, ale hrát na protihru. Ohledně tohoto mluvení, tak já takovou informaci nemám a podle mě tomu nemusíte to věnovat. Děkuji, Monice.